В Павлодаре прошла научная конференция, посвященная вопросам религии и культуры, сохранения межконфессионального единства в обществе. Конференция была посвящена столетию городской мечети имени Бижана. Смотрим далее. У нас есть культура, человеческие ценности, которые следуем уже много веков. Главным принципом казахского народа было умение уважать и других, следуя своей культуре. Этой позиции придерживаются и по сей день. В Казахстане представители разных религий живут во взаимном мире и согласии. Поэтому наша главная цель – сохранение и дальнейшее развитие общественного согласия. Казахстан объединяет лидеров мировых и традиционных религий, ведет открытый диалог, создает большие возможности для достижения единого общего согласия. Несмотря на различные культуры и традиции и многочисленные взгляды, наша страна – это государство, в котором не было конфликтов на религиозной почве. Надо ценить это достижение. Научная конференция «Дин мадениет және әзгі қоғам» была посвящена столетию мечети имени Бижана в Павлодаре. Меценат Бижан Шахубасулы в 1923 году построил мечеть на собственные средства, используя сосновые бревна и шалдайского бора. Сегодня эта мечеть является священным местом, часто посещаемым жителями области. Во второй половине 19 века, в начале 20 века в этом регионе были построены 4 мечети. Ага Султан Муса Шурманов воздвиг в Баянауле, отец Абая Ага Султан Кунанбаев в Каракалинске. Третья мечеть была в городе. Ресей подшасным полковника Муса Шурманула Баянаулда. Верховный муфтий Казахстана Наурызбай Хажы Тыганұлы отметил, что целостность религии и традиции в настоящее время очень важны. Ни одна религия не наносит вред национальной культуре. Из-за ошибки людей религии не следует клеветать на саму религию. Біз арқашан осы еліміздің бірлігі үшін, ел ынтымағы үшін барымыз салып. Мы всегда делаем все возможное для единства, для солидарности страны. И перед каждым нынешним старшим поколением стоит задача передать следующим поколениям благополучие, которое осталось от наших великих предков, нашу родину. Когда мы живы, наша человеческая обязанность – быть добрыми, не причинять зла. Участникам конференции была представлена книжная выставка религиозного содержания, архивные материалы, рассказывающие историю религии нашего региона. Мурат Ибилмажит, Жансел Серикбол, Айбек Газиз и это Сакпарат.